Ну что, наш красавец почти готов. И почти все готово у нас по лизингу. Эта машина собирается уехать в Самару. Так, то есть по лизингу, через элемент лизинг. То есть оплатили вначале предоплату. Позже уже, когда они оплатили предоплату, весь процесс мы начали. Вот. То есть сейчас уже вот-вот, как я понимаю, уже подписываем договора. Как подпишем, уже от них придет уже оплата. Это видео как для Дениса, как и для подписчиков. Это у нас 13-й год, 65-20. Евро 4. Салям. Так что, Денис, вот кузов мы поставили. Видите, какое сопровождение звуковое. Европанель, естественно, без палочки, с подогревом кузова, 13-й год, мосты Мадара. Кузов, как вы видите, в идеале, в нашем случае редкость. В идеале, не потому что с ним так обращались, а потому что это новый кузов. Это все уже прекрасно видно. Ну что, пока будет подписывать документы, сегодня-завтра машина уже полностью будет готова. То есть остались уже так крылья, там по электрике еще раз там проверка, обкатка. Ну вот так. Так что, друзья, вот такой вот у нас красавец на выходе.